вот за 50 лет последние прошедшие человечество по численности увеличилось вдвое. Вас вообще беспокоит, что ждет человека и человечество в ближайшие 20-50 лет? Не было бы только войны, а со всем можно справиться. И людей еще можно много-много еще родить. Надо просто осваивать нашу землю, наши возможности, чтобы люди думали не о войне, а думали о том, как дальше жить, как существовать, изобретали бы новые какие-то условия для людей, новые продукты. Вот как я думаю. А вот вы боитесь какой-то термоядерной войны, опасаетесь вообще? Да, да. Опасаетесь. Это не самое лучшее. Вы считаете, что это реальная опасность? Реально. Сегодня считаю, что реально. Вот. И, конечно, нужно думать нашим политикам, чтобы этого не допустить. Но ведь это будет конец для всех, для всего человечества, просто ядерный апокалипсис. Мы об этом думаем, пережившие войну, блокаду. Вот я блокадник, я знаю, что такое война, мне 82 года. А те, кто вот это все устраивает, они не знают, что такое война. И поэтому к этому относятся несерьезно. А вы могли бы вот сказать, ну, какой-то вот прогноз, да, что будет через 20 и 50 лет, а мы потом проверим, подтвердятся или нет. Что будет через 20 лет? Жалко, что я уже не проверю. Но думаю, что все-таки найдутся умы, которые остановят эту гонку. Гонку чего? Гонку вооружения, гонку этого психоза, который нахлынул не только на ближайшие страны, но даже дальние страны. Везде какая-то тревожная молодежь. Вот, может успокоиться. Вот этого бы мне хотелось. А как вы думаете, человек будет эволюционировать в сторону такого роботизированного существа, напичканного всякими имплантами, или в нем будет развиваться какая-то другая сторона какая-то? Вообще, вот я наблюдаю за поколениями, нынешнее поколение, оно тоже умное, умнее даже, может, нас, наивных. Но мы были честнее как-то в отношении друг друга. Я думаю, что у них проснется вот это качество, и тогда будет все хорошо. Вот. Но вообще народ прогрессирует вот, и умом. Мне кажется, что все будет хорошо. Но если мы пришли к такой ситуации сегодняшней, то можно ли считать, что за последние 2000 лет человечество, ну, как-то прогресс наблюдается, если 2000 лет назад воевали, и сейчас? Прогресс наблюдается в технике, в науке, а, к сожалению, вот еще в таком разуме. Не очень заметны. Войны как были, так они продолжаются. Вот пора бы остепениться, пора понять, что жизнь прекрасна, удивительна. Вот и надо сохранить наш шарик, чтобы он оставался еще многие-многие миллионы лет. Спасибо. Что вас в настоящем так беспокоит? Очень многое. Ну вот что именно? Вот я... Меня, например, беспокоит рост численности населения. Вот за нашу жизнь с вами количество увеличилось вдвое. Было 4 миллиарда, стало 8. Никогда такого не было. Вот что делать? Вот не знаю даже. Мне кажется, уже очень многое делается в этом плане. Это скоро поправят. А в какую сторону поправят? А вы... О чем говорили сейчас? Ну вот я не знаю, что делать с численностью. Как людей этих многочисленных трудоустроить, когда их заменяют роботы, машины заменяют. А машины работают лучше, быстрее, качественнее. Понимаете, не требуют так много всяких там социальных гарантий. Люди не нужны в машинном производстве, оказывается. Роботы их заменяют. Куда девать излишних людей? Вот что меня, например, волнует. А вы знаете, я эти вопросы слышала некоторое время назад, пыталась тоже об этом как-то даже задумываться. Но сейчас, мне кажется, все это отошло на второй план. Сейчас многих людей волнует
страх начала термоядерной войны? Конечно. Вас это волнует? Безусловно. Вы считаете, что это не мифическая угроза? Реально, действительно, может начаться термоядерная война? Я думаю, что это реальная угроза. Но это же конец для всех, для всего человечества. И что? Вот что делать? Ведь это апокалипсис. Что делать? Никто не знает. Поэтому вот я... До того, как началась война, мне казалось, что нужно договариваться. Но сейчас уже ситуация, по-моему, вышла из-под контроля. Но ведь если, понимаете, или мы договоримся и примиримся, либо самоуничтожение. Конечно, другого-то пути нет. Так значит, ну что, если мы хотим сохраниться как вид, сохраниться, жизнь на Земле сохраним, значит, надо как-то договариваться. Конечно. Нет альтернативы. Безусловно. Ну так а почему этого не делают? Неужели они не понимают? Ну, видимо, есть люди, которые видят какую-то альтернативу для себя, по крайней мере. Думают ли они о других при этом? Не знаю. Вот вообще скажите, пожалуйста, вас беспокоит судьба человека и человечества? Вот что произойдет в ближайшие там 20-50 лет? Ну, конечно, беспокоит, как любого, наверное, человека, который живет в мире. А какая вот проблема сейчас вас беспокоит больше всего? Больше всего проблема, конечно, это сегодняшняя ситуация по поводу России и Украины. А вы не боитесь вот то, о чем говорят политики, о возможности термоядерной войны? Ну, я думаю, что войны никакой термоядерной не будет. Потому что везде, в любой стране есть люди там адекватные. И они понимают, что любое начало... атомной, термоядерной войны, оно повлечет за собой общий мировой конфликт и, можно сказать, смерть всего человечества. То есть альтернативы нет? Я думаю, что альтернативы нет. Я не знаю, я практически уверен на 99,9, что ни атомной, ни термоядерной войны в данный момент не будет. А как вы считаете, что у нас от этого может спасти? Разум, цивилизация или инстинкт самосохранения? Я думаю, что разум, цивилизация. Скажите, пожалуйста, а вот человек, как вы считаете, в какую сторону он эволюционирует? Вот за 2000 лет мы все думали, раньше были войны, уничтожения, а сейчас мы живем в 21 веке, цивилизация, культура, и тем не менее войны почему-то не исчезают. Человек эволюционирует? Вы знаете, я думаю, что он... если даже эволюционирует, но только в гораздо меньших размерах, чем это было раньше, то есть до вот сегодняшней современной эпохи. Ну а сейчас какая вот вас проблема больше всего беспокоит? Сейчас. Проблема человечества. Человечество. Возможно, Третья мировая война меня очень... Что, вы считаете, это не мифическая угроза? Если у вас президент, например, нашей страны говорит про то, что... Не первый год говорит про то, что возможно применение такого оружия, про то, что наши противники сдохнут, а мы попадем в рай, и люди с другой стороны планеты ему точно так же вторят. Может, это метафора, преувеличение, такая, знаете, фантазия? Ну, может и метафора, но это не... Может быть, это и метафора. Я человек, который слабо понимает метафоры, но мне кажется, если у тебя в руках кнопка, то не стоит сыпать метафорами, нужно говорить, в каких случаях ты ее используешь. Но ведь это будет конец для всех, для всего человечества. Ну, для кого-то будет. Ну, кто-то останется, наверняка. Ну, в бункере под землей, какой смысл там жить-то? Слушайте, я, опять же, если бы все решения принимались разумно, справедливо и в интересах человечества, наверное, мы бы жили в другом мире. А что мешает принимать разумно? Что мешает принимать разумно? Разумные что? Решения, очевидные. Ну, с какой точки зрения, опять же? Принимать решения разумно, наверное, мешает то, что люди, которые принимают это решение, они и своим положением, и... соответственно, своим будущим завязаны на реализацию тех интересов, которые не, вк-
включает в себя обеспечение вот этой, как казалось бы, первостепенной разумности, да? То Но есть, ведь нету альтернативы. Или примирение, или самоуничтожение. Всегда, люди всегда будут тянуть до последнего и продлять вот этот вот там типа статус-кво. Короче, люди до конца будут выбирать плохой мир вместо войны, но это не делает невозможным нажатие вот этой самой кнопки. Вот за последние 50 лет человечество по численности выросло вдвое, с 4 до 8 миллиардов. При этом появляются роботы, которые заменяют людей, работают эти роботы лучше, производительнее, не болеют. Вот как вы считаете, все-таки что ждет человечество? Вас это беспокоит вообще, что произойдет с человечеством через 20 или 50 лет? К сожалению, сейчас беспокоит то, что происходит сейчас. Ну а что именно вас сейчас больше всего беспокоит? Война. То есть это военная спецоперация, да, вот это? Ну да. А вот что вот в этой спецоперации? Вот некоторые очень боятся, что как бы ни началась Третья мировая термоядерная война. Вы этого боитесь? Этого да. Боитесь, да? А это может быть мифическая угроза? Это Нет. Просто играют? Нет. Почему? Это реальная угроза Конечно. Для вас? Для меня, да. Вы реально боитесь, что это может произойти? Абсолютно. А что мешает, как вы думаете, все-таки, что нас может защитить? Разум, инстинкт самосохранения или что? Ну, инстинкт самосохранения тех, кто может это предотвратить, скажем так. Больше ничего. Скажите, пожалуйста, а вот вы могли бы сказать, так вот, дать такой прогноз, который проверим там лет через 20-50, что же будет с человечеством через 20 или 50 лет? Ну, надеюсь, будем жить дальше. Как? Ну, не очень хорошо в связи с тем, что проблема у нас с экологией, и если не остановится бездумное потребление энергоресурсов и всего остального, то не очень хорошо. Если остановится и разум победит, то думаю, что все будет нормально. А как вы считаете, на что больше стоит надеяться? На разум, на наш или на инстинкт самосохранения? Я всегда на разум. Разум. А вот как вы считаете, человек эволюционирует сейчас в какую сторону? В сторону робота такого, механизированного с имплантами? Отупление. Отупление? А почему? Ну, потому как средства массовой информации, алкоголь и все остальное имеют потрясающее влияние, ну, по крайней мере, у нас. Поэтому. То есть происходит духовная деградация, что ли? Да, в том числе. Вам кажется, за последнее время, 2000 лет, человек в какую сторону эволюционирует? Ну, наверное, в лучшую все-таки. Лучше. А вот роботизация, импланты, как вы считаете, не станет человек киборгом? Ну, надеюсь, что нет. А роботы не вытеснят человека из производства, из жизни? Ну, что-то может вытеснить, а что-то нет. А вас вообще волнует судьба человечества на ближайшие там 20-50 лет? Ну, хочется жить пока. И дети, чтобы жили. А вот эта проблема, которую некоторые считают мифической, как угроза термоядерной войны, вас не волнует? Ну, вообще волнует, конечно. То есть это реальная опасность, вы считаете? Ну, не знаю, честно говоря. Ну, не хотелось бы. А что может нас вот спасти, скажем, от этой термоядерной войны? Разум или инстинкт самосохранения? Честно, не знаю. Это уже, наверное, к политикам надо вопросы задавать. Ну а как? Что надо сделать, чтобы вообще это третий этот ядерный апокалипсис, ну, в общем-то, нас всех не похоронил? Что? Как вот? Больше общаться и разговаривать, идти на компромиссы. Ну, вообще альтернативы нет. Либо примирение, компромисс, либо самоуничтожение. Наверное. По большому счету так, да? Ну,
Что нам поможет, в общем-то, так прийти к примирению? Разум или инстинкт самосохранения? Ну, скорее разум, наверное. Разум. Инстинкт самосохранения он уже тогда, когда это все произойдет, возможно, больше работать это будет. Не договоримся. Да. То есть вы больше надеетесь на разум? Ну, конечно. А как вы считаете, что в борьбе за человека, что побеждает, инстинкты или культура? Наверное, больше культура все-таки. Инстинкт – это инстинкт, это, ну, тоже имеет свою роль, наверное, влияние. Но все-таки вы надеетесь, надеюсь, что цивилизация... Ну почему вот за последние 2000 лет, как-то 2000 лет назад воевали на самоуничтожение, и сейчас вроде бы думали, в 21-м уже все прекратится веки, но тем не менее, почему-то вражда не прекращается. Почему? Может быть, дело в человеке? Так понятно, что в человеке. Ну а что вот постоянно его заставляет конфликтовать, враждовать, воевать? Не знаю, наверное, власть какая-то. Еще что-то. Или, может быть, сама инстинктивная сущность человека? Честно говоря, сложно сказать. Никогда не задумывался. Наверное, инстинкт в этом, чтобы воевать. Навряд ли. Ну, в общем, посчитали, за последние 2000 лет только 215 лет было без войны. Все остальное время люди воевали. Ну, что-то все делят, что-то хотят доказать. Но вообще изменится человек или бесперспективен? Сложные прогнозы. А вот какой бы вы... Я думаю, что не изменится почему-то. А вот какой бы вы дали прогноз, чтобы через 20 лет вот посмотреть и проверить, правы вы были или нет? Вот что будет, скажем так, через 20 лет с человечеством? Да все то же самое будет. А через 50? Ну, надеюсь, что что-то изменится. Только непонятно, в какую сторону, честно говоря. Ну вот как вы считаете, вот все-таки в лучшую сторону, ну, или думаю, в худшую? Я думаю, что в лучшую. Все равно меняется постепенно все в лучшую сторону. Так вот, со временем, на мой взгляд. Я, судя по моей жизни, как бы, по близким, меняется все равно чуть-чуть, но в лучшую сторону. Вот все. Вот вас волнует судьба человечества как такового? Ну... Что будет с человечеством вообще? Не знаю. Судя по тому, как человечество себя в последнее время ведет, ничего хорошего и не будет. Такое впечатление, что все сошли с ума. Мир сошел с ума. Мир сошел с ума. Вот посмотришь на западных политиков, я не понимаю, чего они хотят вообще. Можно было договориться, все. Как говорится, поделить и сказать. Вот Ялту провести свою и сказать, вот вы, вот мы. Мы живем спокойно, вы живете спокойно. Никто не хочет вступать. А почему вот люди уже прошло сколько тысячелетий и думали, что войны останутся в прошлом, а почему сейчас не могут... Понимаете, Фукуяма сказал, что, как говорится, история закончилась, но история продолжается, и непонятно, в какую сторону она вообще нас поведет. Почему люди все время воюют? Ну, потому что люди своему, как говорится, всегда надеются то, что они чего-то за счет кого-то получат. А в результате получается, что, ну, Америка, да, она вот, она привыкла за счет всех получать все. Последние 100 лет, по крайней мере. Ну, по-видимому, у них еще в голове это осталось. А все-таки на что надеяться? Все-таки у нас альтернатива-то какая? Или мы примиримся, договоримся, или самоуничтожение? Вас вообще волнует вообще вот это? Ну, я, конечно, надеюсь, что мы договоримся, но как... Ну, как-то последнее время все меньше и меньше на это надежды. А вот эта угроза термоядерной войны, ядерного апокалипсиса? Ну, понимаете, термоядерная война, она пугает тех, кто это пережил. И кто живет рядом с этим. А кто живет за лужей, они не воевали последние лет. И, по-моему, это не волнует их. Ну, вообще, на что надеяться? На здравый смысл или на инстинкт самосохранения? Думаю, что тут здравого смысла уже давно нет, только инстинкт самосохранения. Спасибо. Все, до свидания. Вас вообще волнует, что будет с человечеством через 20 или 50 лет? Ну, конечно, как каждого человека волнует. Ну вот, а что, вот какая проблема вот сейчас вас волнует больше всего? Ну, прежде всего, чтобы согласие в мире наступило. А на втором плане экология. Мы друг друга не уничтожали, не вытравили. А что мешает вообще людям договориться, чтобы не уничтожать друг друга? Жадность. Жадность, вы считаете?
И да. Это неискоренимо? Надеюсь, жадность сама себя искоренит. И те, кто, как это сказать, ну, поговорка есть, жадность фраера погубит. А вас не беспокоит вот эта опасность, о которой много говорят, как термоядерная война, начало? Беспокоит. Я же первым делом сказал, надо достигнуть согласия в мире. Это вот как раз этого касается. Скажите, пожалуйста, вас вообще волнует, что будет с человечеством, человеком через 20 или 50 лет? 20-50 лет – это достаточно близкое будущее, я в нем еще буду жить, поэтому, конечно, волнует. Вот что вас волнует прежде всего в этом будущем? Стабильность бытия, наверное, уверенность какая-то вот в том, что я там буду существовать и буду существовать достойно. Ну, а вот какая, может быть, у вас тревога есть, связанное с тем, что будущее может не осуществиться? Страхи? Не осуществиться оно не может, а вот его качество может быть сильно занижено или иным причинам. Вас не беспокоит вот эта, так сказать, фобия начала Третьей мировой термоядерной войны? Безусловно, конечно, беспокоит. И что, вы действительно испытываете какой-то реальный страх? Не могу сказать, что я прям боюсь, но меня это беспокоит. Потому что когда подберется, вот тогда будет действительно страшно. Пока вот оно слишком близко, но не знаю, пока сильного страха нету. А как вы считаете, что как можно этот страх преодолеть или саму угрозу? Не думаю, что нужно как-то преодолевать этот страх. Есть этот страх. То есть вы к нему привыкли, адаптировались, живете с ним? Ну да, то есть либо у меня есть возможности бороться и помочь привести совершить какие-то действия для того, чтобы уменьшить эту вероятность. Ну, у меня таких вариантов нет. А на что больше следует в этом вопросе полагаться? На доводы разума, на разум или на инстинкт самосохранения? В чем именно? Ну, вот в этом преодолении страха, что все-таки не случится эта ядерная война. Ну, повторюсь, меня страх не беспокоит. Он есть. Я не собираюсь с ним бороться или еще что-то. А как вам кажется, человек вообще эволюционирует вот за последние, скажем, 2000 лет? Ну, безусловно, да, технологии растут. Вот. Первобытные инстинкты у некоторых людей остаются, как мы видим. Ну вот 2000 лет назад воевали и сейчас продолжают воевать. Почему? Ну, видимо, такова природа. Каждый человек и животное, он же есть животное, хочет захватить что-то. Видимо, это в природе, не знаю. А можно ли это как-то все-таки преодолеть или нет? По-хорошему, в человеке разум должен побеждать первобытные инстинкты. Но это лишь желание. Меньшинства или большинства, не знаю. А что все-таки человеком в большей степени управляет? Природа, культура, точнее, культура или инстинкты? Это зависит как раз от воспитания. Если человек не воспитан, у него больше развиты инстинкты. Но воспитание – это уже часть культуры, собственно говоря. Человек может вырасти в культурном обществе или там, в культурном окружении, либо нет. Если он, соответственно, в нем есть, значит, он... Значит, он может победить свои первобытные инстинкты. А человек, как вы считаете, будет эволюционировать в сторону киборга, вот с обилием всяких имплантов,
да, увеличение продолжительности жизни, фактически бессмертие, или он должен эволюционировать, или будет эволюционировать в какую-то другую, в духовно-нравственную сферу, сторону. Говоря именно о технологиях, ну, у нас уже люди получают импланты и не считают, что это плохо. Скажите, пожалуйста, а вот вы могли бы, вот вы молодой достаточно человек, дать какой-то прогноз, скажем так, лет на 20, да? И через 20 лет мы посмотрим и убедимся, были правы вы или нет. Вот что будет, так сказать, с нашей страной, с человечеством через 20 лет? С человечеством глобально ничего не изменится. Ну, природа только ухудшается, так сказать, в геометрической прогрессии. А что будет с Россией? Ну, хочется верить в лучшее, но, судя по всему, насчет 20 лет не знаю, но 10 лет стагнации нас точно ожидают. Но все-таки... Это мои такие непрофессиональные прикидки. Но вы все-таки оптимист? Я, безусловно, оптимист, иначе жить было бы достаточно сложно. Ну, а что вам все-таки вот внушает эту веру, что дает этот оптимизм? Не знаю, вероятно. Веру в лучшее будущее. Вероятно, возможно, мое воспитание, не знаю, будь ее. Не вижу смысла, так сказать, грустить и печалиться, если всегда нужно надеяться на лучшее. Ну вот о смысле. А в чем вот для вас смысл-то жизни вашей? Смысл в... Хороший вопрос. Много в чем. То есть в постоянном улучшении качества жизни, наверное, вот так. Качество какого? Материального или духовного? Нет, любого. То есть человеку должно жить приятно. Если он живет в тягость, это, ну, неправильно. Вот. А если он верит в будущее, надеется на что-то, получает от жизни удовольствие, значит, ему и живется легче. Вот и все. Скажите, пожалуйста, вот вас вообще беспокоит, что будет с человеком и с человечеством через 20 или 50 лет? Ну, да будет все то же самое примерно. 20-50 лет, такой срок небольшой. Или то же самое, или атомный пепел. Посмотрим. А вы вообще как-то считаете эту угрозу начала термоядерной войны реальной? Ну, в общем, да. То есть это может случиться, по-вашему? Ну, конечно. Все может случиться. А что делать, чтобы как-то, ну, может быть, преодолеть этот ядерный апокалипсис? Можно ли его избежать? Тоже можно, конечно. Ну, а вот как вы себе представляете человека будущего? Это какой-то роботизированный киборг или все-таки какой-то духовный? Через 50 лет то же самое все. Все то же самое? Конечно. Ну, а если взять 100? Не тот масштаб, да и 100 лет. Ну, как бы какие-то изменения там, ну, это от 1000 где-то. Можно, в общем-то, прикидывать. Ну вот вы... Такого большого скачка прям, ну, насчет киборгов не знаю, но, в общем-то, киборги сейчас уже в каком-то смысле есть. Ну вот вы достаточно еще молодой человек, вот говорите, что, может быть, можете дать какой-то прогноз, что будет через 20 лет с нашей страной, с миром? Нет. А мы... Сейчас, вот конкретно в данный момент, никаких прогнозов вам, думаю, что никто не даст, что будет через 20 лет. Никто не знает, что будет через месяц. О чем тут? Ну, вы говорили, что то же самое все будет. Ну, то же самое как-то глобально. Вы же про человека как человека, да? Киборгов не будет, и лишние руки не отрастут. Человек останется человеком. Ну, а с нами-то что будет? Ну, а что будет с Родиной и с нами, посмотрим через месяцок. Через месяц? Ну, через месяц будет, я думаю, понятно, сгорим, не сгорим в атомном огне. Вообще вас беспокоит то, что будет с человечеством через 10, 20, 50 лет? Ну, конечно, как любого человека, в общем-то, беспокоит, безусловно. То есть то, что будет после вашей смерти, да, вас беспокоит? Не столько беспокоит за себя, сколько за родственников, детей, внуков и так далее. Ну, а что вас вот сегодня особенно беспокоит? Что особенно беспокоит? Ну, трудно сказать. Вы понимаете, такая нестабильность, расчеловечение общества, вот... Такие главные вещи. Не могут люди научиться жить, как говорится, гармонично в мире. Так уже сколько тысячелетий, и все никак не могут, как говорится. Ну, может быть, понимаете, в этом природа человечества состоит. Вот. И потом, по-видимому, сейчас такой период перенаселения, к которому общество еще не адаптировалось. И вот эта избыточная энергия, понимаете, она вся выливается в такие...
конфликты на всех уровнях, собственно, если обратить внимание, сейчас такая злобленность в обществе какая-то, понимаете, вот. Ну, такая. Люди всегда боролись за место под солнцем, причем боролись бессовестно, всегда это было, всегда были войны, всегда воевали. Ну, понимаете, теперь ведь такой прогресс технический, да, что надо было бы учиться как-то гармонизировать человеческие отношения, понимаете, как-то обходиться без этого, вот, цивилизованно. Но, может быть, к этому когда-нибудь придет человечество, если не уничтожит себя. А вы вообще боитесь того, что может начаться вот эта Третья мировая термоядерная война? Я лично не боюсь. Но, в принципе, это возможно, так, процентов 10-15 есть за это. Вы считаете реально, да? Да, а что ж, оружие, когда оно создано, оно рано или поздно должно быть использовано, понимаете? А что может остановить вот этот безумный ядерный апокалипсис? Я думаю, что ничто не может. Это какие-то человеческие законы, понимаете, закономерности, которые человеку не подсильны. Вы возьмите Гегеля, вот. Вот в чем его гениальность, что он предсказал из всех своих законов и даже такое предостережение вынес, что нельзя к абсолютной идее приближаться, к абсолютному познанию. А человечество приближается. Смотрите, наука все время уже доходит до того, что человек, как говорится, генетически может изменить себя, да, так или иначе. И все это вот приводит к такому конечному результату. А вы считаете, что человек вообще будущего – это такой киборг технологизированный? Безусловно, безусловно. Собственно, и сейчас уже разум такой этот технический, он заменяет человека во многих сферах. Вот. И такой симбиоз возможен, я думаю. А вот что касается духовно-нравственной сферы, человек эволюционирует? Ну, как вам сказать? Вообще, что такое нравственность? Это своего рода, собственно, значит, такое какое-то или функция, или условие, или что-то такое, чтобы предотвратить самоуничтожение людей. Да, да, именно так. Вот. Ну, не знаю, в этом смысле, конечно, даже неизвестно, какой человек более нравственный был, первобытный или современный, понимаете? Современный, он покровом фарисейства еще окутан, понимаете? Те же самые низменные пороки он облачает в такие красивые одежки. А древний человек, он действовал соответственно своим инстинктам, понимаете? Так, а как вы считаете, в борьбе за человека все-таки что побеждает, инстинкты или культура? Что им в большей степени руководит? Культура очень много значит, конечно. Но я думаю, что инстинкт все же сильнее. Культура может сдерживать инстинкты, но отменить их, преодолеть не способна. А вот как вы считаете, вот в этом страхе Третьей мировой войны, на что надо рассчитывать? Все-таки на разум или на инстинкт самосохранения? Трудно сказать, понимаете, это ведь такая вещь в себе, которая может неожиданно проявиться, понимаете, вот как цепная реакция. Вот что такое случилось, да, и пошло. Вот как Первая мировая война, да, убили в Сараеве этого эрцгерцога, да, и пошла цепная реакция. Хотя заранее уже к этому все готовились. Так и тут, возможность есть начать эту войну, а сдерживающие факторы, вот это... Непонятно, сыграют они или не сыграют. Но у нас фактически выбора-то нет. Либо примириться, договориться, либо самоуничтожение. Много в мире накопилось отрицательной энергии такой, понимаете, которая требует какого-то выхода. Вот. Я думаю, что вот этот Мальтус с его теориями, которые в свое время очень критиковали, он во многом прав оказался, понимаете, потому что когда вот такое перенаселение во многих странах и континентах, да, это начинает сказываться. Но голода нету все-таки, как он предсказывал? Голода нет, но вот, понимаете, вот каждый человек, он обладает своей энергетической оболочкой. И когда вот так друг с другом соприкасаются люди в транспорте, на улице,
на работе везде, да, то это избыточная энергия, понимаете, она может раздражение, озлобленность и так далее. И все это вот может выражаться в ненависть такую, понимаете, этническую, как сейчас наблюдается. Все-таки вот как вы считаете, вы вообще оптимист или... Трудно сказать, наполовину. Ну вот как бы вы можете дать вот такой прогноз, который мы проверим, что будет, скажем, через 20 лет с нашей страной и миром? Я всю жизнь занимаюсь прогнозами, в том числе долгосрочными. И, как правило, они не сбываются, к сожалению, понимаете? Вот. Траекторию какую-то, это, вот, мне кажется. Я-то думаю, что наш народ, он провел исторически всегда всю жизнь в войнах, понимаете? Он очень устойчивый, выносливый. Вот. Так что я думаю, как-то выживем все же, мне кажется. Ну а человечество через 20-50 лет? Человечество? А человечество? Ну, через 20 лет оно останется, а через 50 не берусь. То есть может самоуничтожиться? Может вполне самоуничтожиться. Может, вполне. Многие мыслители ведь говорили, что человечество самоуничтожится, так, понимаете? Поэтому могут такие быть варианты. Говорят, это не первая цивилизация на этой планете, которая возникала и ликвидировалась. Да. Ну, по другим, может быть, климатическим причинам, каким-то космическим причинам. А уже так, чтобы само человечество себя самоликвидировало. Это вот, пожалуй, впервые так. Ну, какая-нибудь там вырвавшаяся наружу какая-то эпидемия наподобие коронавируса или, ну, ядерная война. Ну, эпидемии все же, понимаете, они как-то часть материка могут хоть и часть какое-то общество. А вот ядерная война, это уже полная современная война, конечно, она альтернатив не оставляет. Потому что она не может регионально пройти. Она, несомненно, охватит всю землю. Но все-таки что вас заставляет верить в лучшее будущее? Ну, сущность человека, понимаете, если бы он не верил в будущее, он бы, наверное, и не жил. Все же в человечестве заложена какая-то определенная вера в будущее. В лучшее? В лучшее будущее, да. Так же вот как вера в религию есть. Вот сейчас много религиозных людей стало, понимаете. Вот. А что лично вас вот? Заставляет верить в лучшее будущее? Ну, я даже не знаю, что. Может быть, так сказать, вот знание какой-то истории, собственные какие-то убеждения, взгляды. Вот я думаю, так, наверное. Ну и вот мой последний вопрос, который я задаю во всех странах мира людям. Все-таки вот лично для вас в чем смысл жизни? Ой, этот вопрос... На него однозначный ответ невозможно дать. Ну, отлично для вас. Ну, вот даже в принципе жизнь, она как-то, понимаете, вне зависимости от нашего ощущения смысла жизни протекает. Вот. И смысл жизни, я даже затрудняюсь, понимаете, вроде вопрос простой, ответить на него сложно, понимаете. В чем? Как-то, когда начинаешь об этом задумываться, да, то невольно, как говорится, могут самые такие негативные эмоции возникнуть. Не знаю, я не могу ответить на этот вопрос прямо так, в чем смысл жизни. Нельзя сказать, что она и бессмысленна, но многие считают, что в продолжении потомства, предположим, да. Это природой заложено. Может быть, это смысл жизни для людей, но многие люди бездетные, понимаете. А в чем смысл жизни для них? Так что это такой вопрос философский. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо.